Всем привет! С вами канал Life Таро Надежда. Сегодня сделаем расклад на тему разговор. Честный, откровенный разговор мужчины с вами. Посмотрим, что он хочет сказать, что он хочет честно сказать, рассказать именно вам. Описание ситуации того, что происходит между вами сегодня, чтобы вы смогли понять, ваш расклад или нет. Итак. Такое ощущение, что здесь у многих будут любовные треугольники, либо здесь вмешательство родных и близких людей, вот самого ближайшего окружения в отношении. Потому что здесь те, кто рядом, поставили отношения в паре под удар и развели двух людей в разные стороны. Здесь пауза либо расставание. Причем те люди, благодаря которым в ваших отношениях кризис, назовем так, они сейчас чувствуют себя очень хорошо. И они могут праздновать свою победу. Ну, это могут быть родственники, да, это могут быть родители. Не нравились им ваши отношения. Там, вы не нравились ему. И все. Вы расстались или у вас пауза, а они довольные. Если это любовные треугольники, то тоже здесь понятно, что никуда человек не дергается. Вот он стал более стабилен, более спокоен, и все. Да, вот можно потереть ручки, все. Проблема миновала. Ну, как, видите, кому-то здесь плохо, а кто-то здесь празднует победу. Чувствуют себя очень хорошо. И, кстати, тот, кто виновен в том, что вы разошлись, сейчас очень уверенно себя чувствует. И чувствует, что теперь это, ну, если не навсегда, то на очень-очень долго, что вы не будете контактировать, между вами не будут отношений. Здесь, кстати, финансовые вопросы задействованы. Лишние, точнее, деньги не уходят куда-то налево. Здесь все остается, здесь все сохраняется. Такие, знаете, вот цели здесь очень меркантильные. Вот опять же, вот тех людей, которые сделали все, что было возможно в их силах, для того, чтобы вы не были вместе. Не деньги здесь как одна из главных причин, финансы. До этого были качели между вами. Нельзя было договориться. Очень сложно. И разговоры перекладывались. И какие-то сроки. И встреча, договорились встретиться. И что-то отменилось. Что-то не получилось. Такой, знаете, вот винт в ваших отношениях, который позволял отношениям развиваться все сильнее, закручивался, закручивался, закручивался. И в один прекрасный момент вы стали понимать, что в отношениях реальный тупик. Выхода, который был бы комфортен вам и вашему мужчине, его попросту-напросто не было. А изменить ситуацию текущую, когда здесь, ну, против вас двоих есть еще другая коалиция, ну, было, если не невозможно, то очень-очень сложно. И, конечно, здесь в паре были конфликты. У каждого своя боль, у каждого свои переживания. А сил уже что-то исправить уже не было. Здесь для многих будет ситуация, которая развивалась далеко не месяца, не два. Это вот год, годы, месяцев 9-10 как минимум здесь. В целом здесь идет год. Когда и время отдано человеку, этим отношениям.
И пережито здесь много было. И в итоге какое-то разбитое корыто здесь. Ну, послевкусие такое в отношениях неприятное. А ведь все было здесь. И страсть была, и эмоции были, и планы. Причем планы уже четко, конкретно, кто вы друг для друга, что у вас будет, как вы будете жить с этим человеком. Ну, просто вы реально были друг для друга. Друг для друга всем и очень многим. Прям с серьезными идеями на будущее. И хорошо вместе было. И чувство, и любовь. Здесь все было в отношениях. Ну, тут амбиции, зависть, нежелание вашего взаимодействия. И действительно много сил было положено. И это уже очевидно, потому что такие отношения, такие эмоции, такие чувства, действительно надо постараться еще, чтобы отношения приостановились, либо закончились совсем. Ну, здесь понятна радость, то те люди, они тоже прекрасно понимали, что будет непросто, будет сложно. Поэтому здесь в вашей паре большая печаль и большое разочарование, а те люди прям очень довольно потирают руки. И, видимо, все сделано было так, что это действительно позволяет спокойно здесь жить, понимая, что если где-то что-то подобное повторится, то это ой-ой-ой, как не скоро. Хорошо, давайте послушаем вашего партнера, вашего мужчину, что он скажет, что он хочет сказать. Что он боролся. Боролся за ваши отношения. Но он реально понимал, что сколько ни борись, сколько ни держись, все равно неминуемые проблемы, они так или иначе приведут к расставанию. Вот здесь вот честно и откровенно человек нам говорит о том, что он прекрасно понимал, что в будущем все равно вы разойдетесь в разные стороны. Неважно, временно или навсегда, но что все складывается к тому, что вы не будете вместе. Такое вот нездоровое предчувствие. И понимаете, чем сильнее он не хотел этого, тем более явно и более четко приходило понимание, что бесполезно. Ничего не получится, потому что все с каждым разом, может быть, с каждым днем, месяцем, неделей становилось все хуже, хуже, хуже. И у вас же тоже здесь недопонимание все чаще и чаще, обиды друг на друга, ссоры здесь, конфликты. Это что же оптимизма не добавляло? И вот оно здесь четкое понимание, что ничего не получится. И все то, что будет делаться для того, чтобы спасти эти отношения, это просто будет борьба с ветряными мельницами. И затраты, вложения, они просто не то, что не окупят себя. Это реально будет лишним и бесполезным занятием, мероприятием. Он говорит о том, что еще задолго до того, когда стал понятен исход, он это понимал, он это предчувствовал, что именно так и будет. Что еще он хочет вам сказать? Он говорит, что он даже у кого-то здесь спрашивал совета, с кем-то он переписывался по поводу ваших с ним отношений. Но опять же, к сожалению, увы и ах,
мнение того человека, которому он рискнул рассказать или которому он доверился в этой сложной ситуации, мнение того человека, что тоже все бесполезно, что это та ситуация, которую невозможно будет разрешить. Это что-то такое, что по итогу-то все равно никакого хорошего результата не принесет. И просто чем дольше ты пытаешься бороться, держаться, тем дольше ты будешь потом восстанавливаться, и тем больше неприятных моментов, дней, недель, месяцев ты переживешь. Он, кстати, думал даже о том, чтобы вам куда-то взять, вы и он, и исчезнуть из того места, в котором вы живете. Даже если вы в разных городах живете, просто уехать куда-то совсем в третью точку, где никто не будет знать ни вас, ни его, и где до вас не смогут дотянуться. Но он понимал, что это наивная мечта, которая сопряжена с документами, с деньгами, плюс ответственность в любом случае и у вас, и у этого мужчины перед другими людьми здесь тоже есть. И вот просто исчезнуть так, чтобы испариться из общества, не получится. В любом случае здесь в дальнейшем так или иначе будет известно, будет понятно, там, где вы, что вы. Ну вот как шальная идея, я не знаю, там украсть вас, там, или просто вот такой вот тайный план, мы встречаемся там на определенном там вокзале или в аэропорту и просто тут же берем билеты на первый попавшийся рейс и улетаем, и все. Ну, он понимает, что это, ну, такой вариант, не вариант. Хотя хотелось бы, хотя это реально был бы самый такой, знаете, идеальный вариант не решать проблемы, потому что, ну, там так или иначе другие люди тоже заинтересованы. Чтобы просто вот не выяснять, а что там выяснять, понимая, что это бесполезно, это все равно идет к неминуемому краху отношений. Поэтому просто оставить все эти проблемы с теми людьми, которые против, и вам из этих проблем вырваться. И все, да, вот принять совместное решение, да. Вариант идеальный, чтобы никто не нашел, чтобы никто не знал. Но наша жизнь, она такова, что мы связаны с людьми, там не только какими-то ситуациями, но реально вопросами, которые нужно решать даже с точки зрения подготовки к этому. И финансы – это тоже вопрос немаловажный. Документы здесь тоже. А вот на Луну бы улететь было бы неплохо. Так, чтобы никто никогда не достал бы, не узнал. Да, изливает душу здесь мужчина. Ну, давая понять, что он здесь со своей стороны. Он здесь и попытался с кем-то посоветоваться. Он пытался здесь и вплоть до того, что самые невероятные какие-то сценарии придумать, как можно в этой ситуации поступить. Ну, а дальше он понял, что бесполезно. Это просто бесполезно. Вот со всех сторон ты понимаешь, что ты утыкаешься в одно и то же, что самое безболезненное вот для всех, да, чтобы не было огромного вороха проблем, это просто разойтись в разные стороны, а там вот посмотреть. У него такая идея в голове, что если вы по судьбе, вы все равно будете вместе, вы все равно сможете быть вместе. Ну, а если не судьба, то значит не судьба.
он в любом случае все равно будет надеяться на лучшее, и он будет надеяться на благосклонность судьбы, на благосклонность высших сил, что жизнь, судьба еще предоставит вам шанс быть вместе. Ну а если все против вас, то, конечно, здесь не попишешь. Но то, о чем он думает, что, ну, если действительно по судьбе вместе вам быть, то это будет какая-то совсем новая история, и вы многое наверстаете. Вы в этих отношениях максимально будете стараться здесь и сейчас черпать эмоции, черпать удовольствие. Главное, чтобы вы не передумали. Главное, чтобы вы не разочаровались, чтобы это не отвернуло вас от этого мужчины. Но он со своей стороны, вот буквально как только раскроется вновь дверь возможностей что-то сделать со своей стороны, он сделает шаг. Он воспользуется маленьким, но шансом для того, чтобы вам с ним можно было бы повторить вашу историю заново, вот, но абсолютно с новыми вводными, когда вы будете счастливы вместе каждый день, чтобы иметь возможность вот тот пробел, ту паузу, которая сложилась между вами, просто не замечать. Вот. Во времени там эмоции размазаны, а тут он хочет вот каждый день, и чтобы это максимально насыщено, чтобы и в целом получилось, что как будто бы проблемы и не было, как будто бы и расставания не было. Такой сегодня получился душевный разговор, откровенный, честный, да, с неожиданными моментами в плане побега, чтобы никто не знал. Вот. Ну, как есть. А на сегодня все. Мы обязательно встретимся с вами в новых видео. Спасибо, что со мной. Спасибо, что смотрите. И до встречи в новых видео. Пока-пока.